Посмотрите, друзья, местное население что делает, устроили. Вот поилки для кошек и кормушки откармливают котиков. Какая жара сегодня на улице. Я направляюсь сейчас к площади Республики. Это все старый город, старые постройки. Пойдем сейчас посмотрим на море. Зашла в кафе, познакомилась с такой замечательной девушкой. Она преподаватель, работает в университете. What is your name? Атиди. Она работает в университете, преподает английский язык. Она турчанка. В Турке? Yes, from Turkey, from Antalya. Живет в Анталии. Вот. Мы сидим с ней, разговариваем, нам не рассказывает о политике, рассказывает о Турции. В общем, интересно пообщались. Мы много. Very nice to meet you. Ее семья эмигрировала в Стамбул в 30-е и 40-е годы. Они сами из Крыма. Крым? Yes, Крым Татария. And my grandparents are Russian Krim, Russian Tatar, right? Russian. Русские татары, есть. Дедушки бабы. Замечательно, мы с ней поболтали, она мне много рассказала о себе, рассказала о Турции. Ну что, выпила я кофе, пообщалась с девушкой. Сейчас я отправляюсь в салон маникюрный. Позвонила мне женщина с магазина, который я хотела снять в парфюмерии, и сказала о том, что ее хозяин не разрешает вести видеосъемку в магазине, они не нуждаются в рекламе. Поэтому ничего сегодня у меня не получилось. Goodbye! Goodbye. Все, я ухожу, а моя подружка остается.
все зимы с минисне. Оленя. Мемно молдом. Люди с минисне. Светлана. Света. У меня другой мастер. В прошлый раз я в этом салоне обслуживалась у Айше. Такой дружок со мной сидит. Ты шокюры дарим, зурашируз. Ну все, я вышла, сделала маникюр. Не могу сказать, что очень довольна. Я думаю, что на этом посещение все-таки турецких мастеров закончилось. Буду ходить к нашим девочкам. Не нравится мне все равно, как делают турчанки маникюр. Сейчас я иду к торговому центру Марханталия. Мой муж возвращается с работы. Мы договорились встретиться именно возле торгового центра. Перехожу дорогу. Людей очень много. Сейчас 18:00. На улице по-прежнему жарко. Вот как-то так. В прошлый раз я делала маникюр в другом салоне. Тот салон, который сегодня я посещала в позапрошлый раз. И цена за маникюр в этом салоне позапрошлый раз составляла 450 лир. В этот раз меня взяли 360. А вот в прошлый раз в салоне у Эмре я снимала видео, показывала вам, 870 турецких лир я заплатила. Поэтому цена меня, конечно, приятно удивила. Сейчас я жду Али. Он подъедет. Наверное, пойдем перекусим куда-нибудь. И пройдемся немножко. Центра Марханталия, Пайлукум. Зайдем, посмотрим. На любой вкус. Ты шокюры дарим. Постели. Видите, все, что хочешь. Откушай. Цены тоже вы видите, сколько стоит. Большой магазин, и в коробках есть, и на развес. Здесь есть ведь альмут.
орешки, коробки с рукой. Это машина. Всем привет! Всем привет, друзья! Очень интересный кофе, как пили, сюда машина. Кофемолка большая. Потом кофе сюда. Потом кофе. Пакеты насыпают. В общем, тут же сразу перемалывают их, пакеты насыпают и продают. Выбор очень большой. Посмотрите, и в банках, и в коробках, и в пакетах. Цены тоже здесь есть. Магазин с фиксированными ценами. Вот. Эта замечательная женщина меня угостила лукумом. Шокюры дырем. Бюрешируз. Хороший магазин. Вообще выбор, конечно, такой хороший. Зашли перекусить. Заказали себе пиде с салатиком и с айраном. Перекусим, немного пройдемся и поедем домой. Зашли в магазин, купили хлеб домой и турецкие сладости. А сейчас я вам покажу небольшой отрывок того, что произошло сегодня утром у нас во дворе дома. Посмотрите, какая змея прямо на крыльце, на входе в наш дом. Муж с соседом ее сложили в коробку, и сосед унес куда-то. Ну а я всех благодарю за просмотр, говорю вам до свидания и до новых встреч на канале «Новая жизнь в Анталии» Светлана Али. Всем пока-пока!